После всех запретов, которые ввели польские власти, пункт пропуска Брест остался единственным пассажирским на всей белорусско-польской границе. Поэтому неудивительно, что периодически здесь возникает транспортный коллапс. Сегодня его пропускная способность – 1700 машин в сутки или около 70 автомобилей в час. А вот польская сторона за то же время на свою территорию в лучшем случае пропускает порядка 23 транспортных средств. Из-за нежелания сопредельной стороны принимать большее количество машин на белорусской стороне образуется затор, где людям приходится ждать своей очереди сутки и более. Потому помощником президента, инспектором по Брестской области Валерием Вакульчиком было принято решение расширить площадку для ожидающих выезда за границу автомобилей и автобусов возле пункта пропуска «Варшавский мост». Если сейчас на данной территории вмещается порядка 100 транспортных средств, то в скором времени площадка будет оборудована под 520 автомобилей. Сейчас принято решение и выделена земля. Сейчас 3 гектара дополнительно. И готовится проектно-сметная документация. И буквально уже в следующем году приступает к строительству, реализации этого проекта по расширению зоны ожидания. То есть вот эта территория, которую мы видим за нашей спиной находится, она будет расширена достаточно прилично. Кардинально решим эту проблему и кардинально улучшим ситуацию для граждан, которые пересекают нашу границу в направлении Республики Польша. Так? Да, так. Но это перспективно, еще раз повторяю. Да? При этом нам надо все-таки посмотреть, что у нас есть сегодня. Да? Потому что с минимальными затратами сегодня все-таки нам надо, чтобы обеспечить, чтобы был порядок и минимизировать неудобства для граждан, которые и к нам приезжают, наши гости. Ожидается, что подрядная организация приступит к расширению площадки ожидания уже в сентябре. Данные работы планируется выполнить в течение года, и этот вопрос окончательно будет решен. Что касается комфорта граждан, направляющихся в сторону Польши, то неотъемлемых составляющих удобного их пребывания на границе не так уж и много. Поэтому и удовлетворение запросов граждан в данном плане дело не такое уж и не осуществимое. Ваше видение, вы как давно здесь стоите в очереди? С 9 утра. Хорошо. Вот, может быть, вы могли бы обозначить какие-то вопросы. Вот что здесь некомфортно, что можно было бы подправить, чтобы было лучше. Ну и понятно, уже вы уедете, но для других, кто там может оказаться в такой ситуации, как вы, что бы мы могли сделать, чтобы было лучше? Для людей комфортнее, чтобы очередь так долго не была. Да, не но вы понимаете, что это не от нас зависит, и белорусские таможенники и пограничники достаточно быстро это все делают, и вот это не от нас зависит. А вот то, что мы могли бы поменять, что... я смотрю, да, санузлы здесь есть. Тут проблем, я думаю, не испытываете с этим, да? Проблем не для видно. Мусора контейнеры тоже есть. Нужны ли там, допустим, фудкорты там для того, чтобы... Комнаты питание, отдыха для детей маленьких, разве что. Взрослые это легче переносят, а есть люди ездят с маленькими детьми. Вот для них какие-то комнаты, чтобы могли там покормить, переодеть детей. А что еще? Я больше не вижу. Для меня все хорошо. Навесы сделать, потому что машины стоят на солнцепеке. В машине сидеть действительно просто ад. И многие люди с детьми. И получается действительно, либо подождем находиться, либо действительно вот под солнцепеком, вот мы сколько лет ездим, и действительно вот как назло, когда проходить через границу, жара под 30, и тенечков нету нигде. Также помимо обустройства помещения для ожидания с детьми навеса в ближайшее время, а если быть точнее к концу августа, будут установлены скамейки. Дополнительный фудкорт и оборудован медицинский пункт. Один из важных моментов, на чем остановился Валерий Вакульчик, это предоставление возможности для горячего питания путешественников. Однако то количество фудкортов, а их всего 2, не в состоянии обеспечить разнообразным горячим питанием. Об этом рассказал начальник Брестской пограничной группы Максим Бутронец. Сегодня 2 фудкорта, которые функционируют, работают, на мой взгляд, при наличии в очереди свыше 70, а пиковое значение по выходным дням было 72 автобуса, ожидающих выезда одновременно. Средняя заселенность автобуса 40 пассажиров. И 2 фудкорта, на мой взгляд, не в состоянии обеспечить горячим питанием и разнообразием его. Кроме того, фудкорт не предполагает зону расположения лиц, принимающих пищу.
То есть люди испытывают дискомфорт и неудобства, вынужденные возвращаться либо в транспортное средство, либо принимать пищу в автобусе. Люди все стоят, да? Может быть, тут какие-то скамейки надо было поставить? Это одна из позиций, которую обозначают лица, переезжающие через государственную границу, в момент нахождения и длительного ожидания в очередях, иметь возможность, а, присесть, б, размяться. Ну. Особенно это интересует лиц, которые имеют некоторые заболевания кровеносно-венозной системы и следующих с детьми. Ну, то есть, грубо говоря, понятно, что сейчас, не прибегая к дорогостоящим затратам, да, мы не сможем там организовать, как вот обозначено, комнату для матери и ребенка. И понятно, что это все, с одной стороны, носит временный характер, с другой стороны, в принципе, мы кардинально решим проблему уже через год, правильно? И дважды затрачивать средства смысла нет. Да, нецелесообразно. Вместе с тем, мы автобусы загоняем чисто здесь, правильно? Да, мы понимаем, что в автобусах можно сидеть, но если автобус стоит с 4 утра, к примеру, в зоне ожидания и больше, то, что мы имеем быть в выходные дни. То есть получается, нам здесь нужно где-то какие-то нестандартные решения предусматривать. Таким образом, получается, что нам вот вполне уместно вот здесь, ну, вдоль на обочине какие-то скамейки. Наверное, поставить. После личного ознакомления и оценки ситуации, которая в настоящий момент наблюдается на территории пункта пропуска для легковых автомобилей и автобусов «Варшавский мост», Валерий Вакульчик провел небольшое совещание, на котором обсудили сроки выполнения намеченных планов для комфортного прохождения границы. Что очень важно, что сегодня мы вместе с журналистами и вместе с вами подходили не в одного человека, который выезжает через границу, не возникло вопросов к работе белорусской стороны. Ни к пограничникам, ни к таможенникам, ни к службам приграничного сервиса и другим. Так мы видели, то все общались, и спрашивали. Да, то есть не надо, нет необходимости объясняться, кому-то чего-то доказывать. То есть это очевидно. Это очевидно, и в этом мы убедились. Поэтому говорит о том, что мы что-то не сделали, или не доделали, или не сделали так, или обвинять кого-то из здесь присутствующих служб, оснований у меня, как помощника главы государства, нету. То есть, в принципе, каждый на своем месте выполняет то, что делается. Вместе с тем, мы понимаем, что белорусская сторона и лично президент приняли решение о том, что мы и дальше, несмотря на действия сопредельных государств, демонстрируем народу, народам, не правительствам, не руководству, а народам, прежде всего, европейских государств, нашу открытость. Планы намечены, сроки выставлены. Дело за малым – сделать все быстро, качественно и в срок.